Пробуди с Кыргызстан, Божий Дух с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой молитве с нами. Да благословит вас Бог и вашу семью обильно. Мы каждый день начинаем хорошо с молитвы Богу. И сейчас это момент молитвы. Сегодня воскресенье, 6 февраля, и мы тогда поговорим с Богом. Это момент молитвы. Давайте обратимся к Нему сейчас. Мой Господь и мой Отец, во имя Господа Иисуса Христа, мы сейчас соединяем нашу веру, Господь, и обращаемся к Тебе в молитве. Мой Бог и мой Господь, мы благодарим Тебя за еще одну неделю. Сегодня воскресенье, новая неделя начинается. И мы уверены, что Ты с нами, и у нас все будет хорошо. Спасибо Тебе, Господь, за Твою заботу о нас, за веру, которую Ты открыл нам. Спасибо Тебе за нашу семью, за работу, за дом, за машину, за то, что у нас есть, и за то, что Ты сделаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за здоровье, за жизнь, за возможность прославлять Тебя на этой земле. Спасибо Тебе, мой Бог. Сегодняшний день мы отдаем в Твои святые руки. И мы просим, благослови и направь, мой Бог, нас. Мы нуждаемся в Твоей защите. Защити нас. Защити нашу семью. Защити наших родных, родственников, близких людей, знакомых, друзей. Поставь Твоих ангелов вокруг каждого из нас и не позволь, чтобы зло действовало в нашей жизни, но защити нас. Мой Бог и мой Господь, мы просим, дай нам мудрость, чтобы мы не впали в искушение. Дай нам силу, чтобы мы могли исполнять Твою волю. Дай, мой Господь Иисус, нам мудрость, направление, чтобы мы могли поступать по вере и во всем угождать Тебе. Я молюсь, Господь, за всех этих людей, которые каждый день присоединяются, мой Господь, к нам в этой молитве и просят у Тебя милости, помощи. Благослови каждого из них. Мой Бог, мы сейчас на коленях молимся за нашу страну. Молимся, мой Господь, за Кыргызстан. И мы просим, благослови, Господь, нашу страну. Благослови, мой Бог, нашу землю. Исцели нашу землю, Господь. Убери, мой Бог, из нашей страны все, что не от Тебя. Защити, мой Бог, нашу страну, разруши, мой Бог, все планы зла и благослови, Господи, нашу землю. Во имя Господа Иисуса Христа мы провозглашаем, что наша страна в Твоих руках и верим, что в этом году мы увидим развитие нашей страны, благословение Твое в нашей стране. Молимся за президента, за всех людей, которые имеют власть в нашей стране. И мы просим, чтобы Ты использовал их для того, чтобы благословлять нашу страну. Мы, мой Господь, отдаем Кыргызстан в Твои святые руки. И мы провозглашаем, что наша страна благословлена во имя Господа Иисуса Христа. И кто верит, скажите «Аминь» и да будет так.
Слава Богу! Дорогие друзья, слава Богу! Мы уже начали сегодняшний день хорошо. Этот день будет хорошим благословением для каждого из нас. Сегодня воскресенье. Воскресенье – это первый день недели. Это день, когда мы обращаемся к Богу, приходим в Дом Божий, чтобы просить у Него направлений, мудрости, силу. Мы ждем вас сегодня на служении в 10 утра здесь, в Бишкеке, на улице Абдумамунова, 233. Мы приглашаем вас. Кстати, мы будем молиться сегодня на служении. Я хотел сейчас передать вам это слово. Я думаю, что вы уже знаете. Вот что написано. Это Псалом 22. Написано. Это Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это слово, это настоящее откровение для каждого из нас. Когда мы делаем Господа своим пастырем, то мы ни в чем не нуждаемся. Это Божье обетование. Но есть сначала условие. Вы заметили это? Сначала Давид сказал: Господь, пастырь мой. То есть, благодаря тому, что Господь является моим пастырем, я ни в чем не буду нуждаться. Вы верите в это? Сегодня на служении мы помажем людей и будем провозглашать, что ни мы, ни наша семья, ни наша церковь, ни в чем мы не будем нуждаться. Вы верите в это? Пусть это слово исполнится в вашей жизни. Аминь. Кстати, каждый день мы начинаем хорошо с молитвы на Господу. И если вы хотите, в 6 утра вы можете присоединяться к нам. Хорошо? Кстати, откуда вы участвуете в этой молитве с нами? Напишите в комментариях и добавьте это в ваших комментариях. Ни я, ни моя семья, ни моя церковь, ни в чем не будем нуждаться. И вы увидите, как Бог вас благословит. Хорошо? Пусть Бог благословит вас обильно. Хорошего вам дня. До свидания. С Богом. Если голос слушаю его и заповедям всем послушен я, мой Господь меня превознесет, куда бы ни пошел, где бы ни был я, бежать. Yeah.